показывает. 36-й. Это 36-й, Харьковское телевидение. Меня вечером сегодня покажут, да? В субботу, следующая неделя. На следующей неделе в субботу. Не, вы меня не покажете. Если вы начнете читать стихи, вы меня не покажете. Чего? Ну давайте. Ну не факт. У нас как бы... Камера включена? Да. Камера, да. Ну выключать. Чего? Давайте. Ну давайте, снимаем. Убитый марафонами солдат, не напугал, но напрочь он разорванный. Весь посвящение культуры модной, по кислоте одет, и музыка кислотка. Он ветеран войны кислотной, он еле ноги тянет, будь ты бы старик. Как будто бы минировал Багдад и сам попался на свою уловку. И так он ноги еле тянет, как старик. Из-за нехватки в организме нужно для кислотки. Вздыхает, глотает, трудом глотает воздуха глоток. Зашелся в кашле, сел на лавочку, притих. Пускай поспит немного, Боже, дай ему кусок. На вечер хлеба, что так силы наши укрепляет. Ведь о идее ему подумает невдомек. Движение марафонов и тусовок бесконечных. Солови, солови, не будите, солдат. А ну, вали отсюда, раскачалась птаха. Не надо на мной песен петь про винт. О нем ты знаешь только по наслышке. А этот препарат мучительная, сладостная плаха, с которой не соскочишь добровольно. Себя я убиваю добровольно. И счастлив я, и счастлив, что летящим чувством счастья. Короче, лети орать в другое место, птаха. Я кислоты, солдат. Вот это, чтобы я так жил, как эти люди. Проснулся утром, получил еду на блюде от жены или от бляди. И на работу. Нет, я кислоты, солдат. Я потребляю яд. В ночных аптеках я зато плачу, чтобы не спать. И дальше больше в марафоне проканать.